Всем привет, с вами Тимофей. Я играю с Лорандом Ведьмой. И я забыл включить запись заранее, поэтому... Так, тут у нас, как видите, синий крыс. Поэтому я должен забирать, стараться весь лес как можно быстрее и больше. Ай-яй-яй. Тенька украла моба. Ну пока я не записывал, я просто в лесу забрал два серых пака, и поэтому я 7 уровня, а это хрень 5. Так что с крысом, если лес забираешь, вроде можно так играть более-менее. Даже с синим. Только потом он станет как -1 в команде. К сожалению. Такова судьба крыса, видимо, умирать и отдавать лес. Наверное. Одного крипа я только взял. Блин, пока писал, пропустил крипа. Ну, как я и говорил, крыс только дохнет. Так, теперь можно рискнуть забрать барда. Быстрее меня, только мой кот! Уничтожу! Так, надеюсь, они услышали ЦЦ. А, вот он вернулся. Эй, лови!
Крыс фактически отвлек их всех в лес. Они забрали 6-го уровня героя, которого все время забирают. Ничего за это не получили. А мы в это время проносим лайны спокойно, и они пропустили паки. Вот в чем смысл крыса, короче говоря. Нас перекачат Динка. Кажется, я истратил свою ману не так, как надо. Ускорился, когда у меня еще эта штука была в откате. Как это мы увидели тень? Неужели крысы, когда рядом пускаешь, могут ее куснуть? Опять я ошибся и истратил тройную порцию маны. Ошибаюсь. Да, это мой фамильяр. Мало не покажется. Повеселимся! Ты не уйдешь.
Ну что, сейчас вы увидите, как выглядит игра с крысом, когда все забирают лес. Пойдем тоже глянем глиф. Мощь. Думаю, самое время даже под башней попробовать забрать. Да, не очень все прошло, как я хотел. Много бегал, не бил. Надо было просто ее атаковать и все. Ну да хрен с ним. Зато башню сейчас быстро снесем под мощью. Возьмем Кволи. Лучница. Чё это они так бегут активно ко мне? Интересно. Тут тень. Не вышло. Зря то культу я, конечно, потратил, но ладно. Кто не успел, тот опоздал. Жнец против четырех стоит. А ему голдожи все время отдавал крыс. Он сейчас сдохнет, конечно. И все это, чтобы барда убить. Да, это мой фамильяр. Полетели! Ты не уйдешь. Эй, лови! Если бы тень культанула в чужую тень, я бы ее зультил бы. Ну ладно. Ты не уйдешь. Крыс ультанул как неожиданно, даже я не ожидал.
Ну, в общем, что из этого видео надо сделать, какой вывод? Если у вашей команде крыс, ходите и забирайте лес. Потому что если вы не будете ходить забирать лес, то крыс станет бесполезным. А так он станет бесполезным, но вы перекачаете. То есть это как бы план такой. Что там творится внизу? Ужас какой-то. Жнец всех просто гнет. Почему меня бьет башня? Совсем что ли долбанулась? Лягушка помогла добить. Отлично. Великий бой. Ништяк. У лягушки. Великий боец, самое большое одновременное убийство. Понятненько. Ну, в общем, вот. Вот если крыс, значит, надо ходить лес забирать. Простите, что с самого начала не включил запись. Там просто я два раза в лес ходил и два пака забрал серых. Вот, в принципе, и все. 5-0. Всем спасибо, всем пока.